Гродненский колхоз «Маяк», одной из богатейших в Беларуси сельскохозяйственных артелей, нас позвало сообщение, что на селе тут создано акционерное общество и выпущены ценные бумаги на сумму в 1 200 000 рублей. Акционерам, то есть тем, кто собственным рублем участвует в мероприятии общественном, гарантируется постоянный дивиденд не меньше 4% в год от вклада в общий пай. А продаются акции лишь только маяковцам, работающим в колхозе и продолжающим свое хозяйство развивать. Любые всякие рантье от прибыли колхоза отсекаются заранее, и в долю к выгодам артельным путь для них закрыт. «А что, Иван Иванович?» – спросили мы у председателя колхоза Гирути. «Как вы планировали эту финансовую операцию? Ведь акция не так уж и дешевая». Люди в нашем хозяйстве живут очень хорошо, получают солидные зарплаты. И мне кажется, не только на сберегательных книжках уведения есть, но есть и в чулках. Вот если бы на сегодняшний день поставили машин 20 легковых, то за час бы ни одной не было, и никто бы не сходил в сберкас, а принесли бы деньги из своего дома. Еще из диалогов на денежные темы. Мы на подворье Тадеуша Антоновича Лобачевского, хозяйственного, старательного мужика. Ну, вы знаете, тут как сказать, если приблизительно, конечно, дело новое, нужно, безусловно, немножко вот так подумать, взвесить все такое, а потом это, безусловно, я всегда за новое дело. А дальше кто его знает как-то? Ну, главное то, что, видимо, нужно подумать, и можно будет вступать, или как-то, я не знаю. Потом Тадеуш, извинившись, что базар закроется, уехал в Гродно продавать картошку. «А по какой цене пойдет ваш килограмм?» – спросили мы. «А, – отвечал нам Лобачевский, – рынок цену скажет сам». 4% дивидендов мы гарантируем при любой рентабельности хозяйства. А при повышении рентабельности хозяйства растут дивиденды. 1% за 5% рентабельности. Поэтому каждый заинтересован, чтобы рентабельность колхоза с каждым годом росла. Вот как выглядела часть усилий маяковцев по повышению рентабельности своего колхоза. Когда мы были в маяке, здесь завершались все осенние работы. Докашивался кукурузный клин. Картофель уродился неплохой и много накопали. Здесь умеют считать деньги, умеют с выгодой вкладывать их в дело. Недавно организован внутрихозяйственный кооператив «Гвоздика». Цветы круглый год. 3 миллиона штук. И поступает в кассу маяка 650 тысяч рублей. Как ощущаете себя акционер Яблонская? Кристина Ивановна заведует в колхозе детским садом. Выгодно тоже. Прибыль буду иметь. Колхоз тоже будет иметь прибыль. Своими деньгами будет распоряжаться.